full for you. Я не знаю, мне кажется, здесь без операционного вмешательства вообще никуда не деться.
водка напильником. Без смс и регистрации смотреть онлайн. Снимай сюда. Подожди. Вот. Слышишь? Видишь, трубу погнуло даже немножко. Так как курс поведем, у нас сейчас... Сука! Что делать будем с кузовом? Есть какие-нибудь идеи? Я не знаю, мне кажется, здесь без операционного вмешательства вообще никуда не деться. Тут по-любому нужно что-то делать. Операционное вмешательство, операционное вмешательство. О! А есть идея. И причем офигенная идея. Надо человеку позвонить. Давай, звони. Алло, здравствуйте, доктор Металюськин. Я вас слышу. У меня проблема с вездеходом. Да, врожденная патология кузова. Нужна ваша непосредственная помощь и участие. Сможете к нам подъехать? Да не вопрос. Да, замечательно, я вам сейчас скину смс-кой адрес. Хорошо, я буду ждать. Да, все, ждите. Сейчас скину. Все, до связи. Я не хочу. О, походу добрался. Так, этот гараж. Что я там написал? Серый гараж. Ага, серый. Все отлично. Так, вот там, по-моему, сюда. Открываешь, открыт. Ёперный театр, что здесь происходит? У меня даже глаза запотели. Обалдеть. Так, вот он этот красавец. Вот он, родименький. Какой гад тебя варил, сволочи! Тунеядцы, разбойники, убей нахрен! Так. Ага, я уже знаю, что здесь проблема. Мел мне, раздел. А, не надо мне мел. Линей, о, вот она, линеечка. Ах, ах. Вот здесь. Вот здесь. Так, ага, здесь излишки жира. Вот здесь. О, неровности сколько, а? Сало-то будет сколько, а? Вот здесь излишки, излишки. Скальпель мне. Во. Иди сюда, родной. Ёшкин, ты кот, чего не влезает? О, влезла. Табуретку дай. Сейчас будем хреначить. Всё. Ну, поехали! Красавец ты мой, я ненаглядный. Сейчас мы тебя поправим. Сейчас мы тебя восстановим, мой хороший. А то сварил тебе какой-то нищеброд. Что за сварщика сюда приглашали, не пойму. Руки ему оторвать-то, ешкин ты кот, а. Эх, бедолага ты мой ненаглядный.
Ага. А так, да. Работайте, хреновы! Я вам что сказал? Вранец, а вранец! А то сидят там сигары курят, вообще офигел! Прибить вас надо! Испоганили мне такого красавца! Нафига мы его вызванивали? Не знаю. Здравствуйте, люди добрые! Беда случилась! Повозка моя сломалась! Помогите, пожалуйста! Нихуя, какие люди! Ты какого хуя здесь делаешь? Ты должен быть на Северном полюсе уже! Ну я ехал! И она брум-брум и больше не поехал! Оперный театр, еще у тебя проблемы! Я тут, видишь, тоже вон помогаю! Подсобляю, как говорится! Двум дебилам эта сила! Взяли мне тут, испортили мальчика моего! Вот каракули заделаю за них! Ну хрен с тобой! Пошли посмотрим, что у тебя! А ты где застрял-то хоть? Да в тундре я застрял, по пути на Северный полюс. Пойдем, милок, покажу я тебе. Ну я тебя сразу предупреждаю. Ты меня повезешь, я по тундре не пойду. Повезу. Подайте мне карету. Ладно, поехали. Глубоко. Всем привет! По видео вы все видели. Да. В общем, что мы сделали по вездеходу? Мы, чтобы более-менее выровнять бока у вездехода, мы все-таки нашли проблему и поняли, как с этой проблемой бороться. Мы решили немножко его покалечить, то бишь порезали бока. Проблема устранилась. Сейчас вы на кадрах видите, как было и как стало. Вот. И... На данный момент у нас здесь еще не до конца завершено все. Просто нам надо было скорее ролик выпускать, так как у нас там персонажи в ролике, вы видели, они... Уже подзамерзли. Они завтра будут уже не актуальны. Завтра, то есть завтра Старый Новый Год. И всех, кстати, с прошедшими праздниками. Да. Вот, и со Старым Новым Годом. Далее у нас будет изготовление каркаса. Да, нет, секундочку. У нас еще вторая сторона борта недоделанная. Я думаю, это останется за кадром. Вы видели, как мы исправляли первую сторону. Вот мы ее, когда завершим все, мы продолжим уже работать с каркасом жесткости внутри лодки нашего вездехода. И так. Далее, после установки каркаса, когда мы все обварим, сделаем, будут исправлены борта, мы будем готовить к установке все агрегаты. Надеюсь, вам видео понравилось. Надеюсь, вы от души посмеялись.
поорали на нас благим матом. В общем, кому понравилось, ставим лайки, кому не понравилось, дизлайки, комментируйте, подписывайтесь. Ну а мы пошли дальше разбираться вот с этой чудо-техникой. И второй раз я говорю, кому эта чудо-техника попалась в руки. Да, зря она это сделала, конечно. Но вопрос в другом. Видео получилось, ну, получилось очень долго делать этот ролик. Вот. Именно из-за того, что у нас не все гладко шло с этим бортом. Да и не только из-за мы этого. Мы надеемся, что у нас времени на этот раз будет побольше работать с ним. И следующий ролик вы посмотрите гораздо быстрее, чем эту третью серию. Всем пока-пока. Сделано нихуя. А ты видел, нет, шлеме канал, Вера, я тебе прикол показывал, сколько они дизов словили. Смотрел, нет, такие порвали, нахуй, я темный, блядь. Ой, видео нахер.